Всем привет, с вами Виктория. Сегодня у нас еще один рецепт из капусты. Маринованная капуста быстрого приготовления. Я готовлю такой салат из капусты очень часто. Получается он сочный, хрустящий, в меру пикантный и очень вкусный. Для приготовления я буду использовать 1 кочан весом килограмм. Капусту разрезаем напополам, убираем кочерыжку, затем опять разрезаем напополам для удобства и очень тонко шинкуем. Друзья, а пока я занимаюсь с капустой, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выходящих видео. Капусту перекладываем в миску или в кастрюлю и тонко шинкуем одну луковицу. Я использую красный лук, можно использовать обычный репчатый. Друзья, как всегда, полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Далее 2 небольшие моркови весом 150 грамм натираю на средней терке. Также я добавлю болгарский перец, можно использовать перец любого цвета. Я добавлю 1 красный. Перец нарезаем тонкой соломкой. 2 зубчика чеснока мелко нарезаем или выдавливаем. Делайте по вашему вкусу. И добавляем в салат. Все тщательно перемешиваем и пока отставляем. И для маринада смешиваем 500 мл воды с 1 столовой ложкой соли. Ставим воду на огонь, доводим до закипания и отключаем. Добавляем 50 мл уксуса. У меня уксус 9% и 50 мл растительного масла. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Я использую коричневый сахар. Можно использовать обычный сахар или мед. С медом получается тоже очень вкусно. Заливаем салат маринадом, устанавливаем груз и оставляем на 3-4 часа. Прошло 4 часа, наш салат готов. Убираем груз, перемешиваем и сразу можно его подавать. Получается очень-очень вкусно и сочно. Такой салат можно хранить в холодильнике в течение 2-3 недель. Обязательно попробуйте. Всем желаю приятного аппетита. Пишите мне ваши комментарии. Готовьте с удовольствием. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Пока-пока!